Мы стали на смотровой площадке. Здесь вообще, в общем, вот так можно близко подойти к этим горам. При близком рассмотрении, я думаю, это похоже на глину. Похоже на глину. Думаю, что таки это глина. Пачкается, сухая какая-то. Здесь звездку тоже похоже. Вот такие вот виды. Да, похоже на глину. Вот как вода была, текла. Вот. Похоже на глину. Похоже, да. А что тут написано? Сейчас мы глянем. А, тут вот. Точно это найдены останки вот такого вот животного. Такими вот зубами. О, дыни. Вон куда выдрались. Не, ну почва подвижная, я вам скажу. Опасно. Все-таки не стоит вылазить. Да, заманчиво, но не стоит. Здоровье дороже. У нас тем более завтра страховка кончается. Поэтому лучше не лезть. Что здесь нашли? Здесь тоже какие-то кисточки. Кисточки. Такая вот черепаха. Черепашка. Древняя черепаха, вон впереди еще чего-то. Интересно, чего он тогда ел? Вон у меня в шляпе. Жарко. Тыковку напечет. Сейчас глянем. Что здесь? Так, а здесь у нас. Ничего себе. Вот. Это мама? Возвращаемся к машине. Ой, солнышко печет, конечно. Садится солнышко. Удобненько так. Трогаю, горячая она или нет. Не, ничего, нормально, можно посидеть. Так, что на этом заканчиваем.
северное такое.